Этого молодого человека знает теперь почти весь город. Денис Ахметов прославился тем, что обезглавил памятник Ленину. Сегодня его судят по статье «Вандализм». Как говорится, за славу нужно платить. Влез на скульптуру памятника Ленину, сел на плечи скульптуры и нанес несколько ударов рукой по голове скульптуры, таким образом отломив голову скульптуры и сбросил ее на землю. К слову, 32-летний Денис – профессиональный промышленный альпинист, а значит, упасть с высоты монумента уж точно не боялся. Инцидент произошел во время празднования Дня Металлурга. Сейчас мужчина во всем раскаивается и готов понести наказание. Объясняет свое поведение просто. Во всем виноват алкоголь. Хочу принести извинения из старшему поколению для кого-то, вот, человек там, то есть герой там, не знаю. Ну, состояние алкогольного опьянения сыграло ключевую роль. Этот памятник вождю мирового пролетариата установили еще 55 лет назад. По сей день он принадлежит Первоуральскому Диносовому заводу. Человек или не отдавал себе отчета в своих действиях, или он настолько, значит, не представляет, на какие, значит, культурные, материальные ценности, значит, он покусился своим поведением. Объясняя все тем, что он употребил спиртные напитки, я считаю, это не объяснение. Сотрудники завода требуют компенсировать ущерб, чтобы впредь неповадно было памятники громить. Назначить его наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов. Меру пресечения отменить поступление приговора в законную силу. Взыскать с Ахметова Дениса Игоревича в пользу открытого акционерного общества «Динур» материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Памятник восстановили вскоре после Дня Металлурга. Завод отреставрировал его за свой счет и теперь ожидает возмещения ущерба. А неподвластный времени Ильич все так же с надеждой смотрит в светлое будущее. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.